Статистика нападений на людей при исполнении все больше отчитывается прокуратура Ленинского района. Недавно один из таких вопиющих случаев рассмотрели в суде. Мужчина пробрался на территорию общежития почты и избил охранника, который попытался его задержать. Вину подсудимый признал. Суд вошел в положение мужчины, учитывая его государственные награды за боевые действия в Чечне. Назначил ему условный срок на 1 год. Что понадобилось ветерану в общежитии почты – вопрос, который так и останется без ответа. На судебных заседаниях в обязательствах хулиганства никто не разбирался. Указанные преступления отнесены к закону, к категории тяжких. Имеется в виду часть 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации и предусматривает единственный вид наказания в виде лишения свободы. Соответственно, необходимо в этом плане учитывать, что представитель власти является представителем власти. И в случае своих законных действий необходимо исключить как применение насилия, так и оскорбления.